У берегов Уэльса безрезультатно завершились поиски пятерых российских моряков, потерпевшего крушение сухогруза «Свонленд». После обследования 300 квадратных миль акватории моря, а также прибрежной полосы, операция была официально прекращена. Береговой охране удалось обнаружить лишь обломки судна, спасательный круг и знак «Человек за бортом». Напомню, сухогруз попал в сильный шторм и затонул в Ирландском море в ночь на воскресенье. Экипаж судна состоял из 8 россиян, двоих удалось спасти, тело еще одного извлекли из воды позднее. В поисковой операции принимал участие наследник британского престола, принц Уильям, который в настоящее время проходит службу в королевских ВВС.